Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 292. События дня. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок всему конец. За 29 сентября 2016 года. Ну и здесь. Посмотрите, что нужно, где остановите, и откройте это место и проверьте. Потому что этим человеком сотворено такое, что не сотрется десятки лет. Но за этим стоит не один человек. Прислали его из Америки. Все описано. Я ничего не могу добавить к этому. Кроме того, чтобы люди знали. Мы все знаем. Все еще ему там верят. Молитесь, да сгинут навеки плоды его злодейской деятельности. Считается плохо, поэтому вот так лучше будет. Ну и те, кто его принимает, они, неужели это духоносные отцы? События дня все-таки. То, что присылают в скайпе многое, это уже никак не беру, бывает смс, тут все по нашим ресурсам, это уже не беру. Главное местное событие, в конце я скажу, из-за этого была основана вот эта тема. Вот мой мир, в моем мире, вот на эту страницу заходите, там у меня несколько, зарядите, Лапкин Игнатий. И можно здесь вопрос задать, что нужно. Второе, это наш форум во свете Библии. Вот он как выглядит. Просто православный форум, знаете, Латкина. И далее. Этот у нас православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Подписчики, просмотры. Тут сегодня поставлены, тут как на огороде. Убирали мы. И наш сайт православный. Так и называется, православный библейский сайт. Многое сейчас пишут, как святые говорят узнавать, как по Слову Божию. Серафим Саровский говорил об этом, сравнивая с тем,
что делается, что пишется, что говорится со Святой Библией. Другого ориентира нету. Я специально, у меня введена молитва, благодаря Бога за день тот, когда Бог дал мне Святую Библию, 23 года. И вот уже 54 года эта книга при мне находится всегда, где бы я ни был. Это Бог так делает. Обычно свое ничего не разрешает. Мне в камере разрешали, Новый Завет был, а в лагере, в Женатасе, где я отбывал, за распространение святых отцов, Слова Божие, архипелаг ГУЛАГ. У меня была большая православная Библия 56-го года издания. И Словак Владимир Васильевич, начальник, наш офицер, во время обысков, когда приходила комиссия, там, он прятал к себе вместе с моими просфорами у себя в сейфе, а потом отдавал, и беседовали. И вот Бог позволил мне снова найти его. И мы еще не встретились, но Бог, может быть, усмотрит, Господь Спаситель. Так вот Бог делает. Раз ты любишь, тебе это и дается. Через мои руки после этого прошли многие тысячи отдельных Евангелий, Новых Заветов и Библий. Открыл канал особый. В то время, когда перестройка только намекалась, намекалась где-то, вот она будет. И мне пришлось среди всех отделов милиции, воинских частей, в университетах, и везде я приходил с полными рюкзаками. Так что в одном, это называем как кадетский корпус, но юнги там готовятся, в летной школе. Я к ним принес. Дорогой жарко было, разделся. В плечо вот у меня вывернутое. Когда допрашивали меня, это было такое. И воспалился нерв на плече. И сильно последствия были такие. Долго не мог. Ну долго что долго? 2 недели для меня это долго. Ничего на плече носить. Надо было все время брать с собой какого-то человека. Вот так. Вот это вот ты куда залезла-то? Ну-ка давай отсюда. Давай. Вот мешается тут, бегает. Вот тут буска такая большая стала. Смотри какая. Вчера залезла на верхний этаж, 3-й. Оттуда отпрыгнула, брякнулась. Очень подвижно. Вот. Теперь наши события за вчерашний день. Ну, самое главное, замок повесил Володя на сарай. Первый, может, замок тут есть. И второе, прочистили печь. Она русская, комбинированная, с голландкой. Там большие два длинные для печи. Это длинные горизонтальных канала и 4 вертикальных. 4 пришлось пробива делать. Да, где-то 4 там было уже дверки. И, наконец, затопили. Это событие, целое событие. Теперь можно жить. То есть печь топится и русская, и уже хлеб выпек. Это для нас событие. Говорит, а какие события? Ну, а в городе что человек может показать? Без событий день не бывает, раз мы жили. Вот. Время свободное было немного до обеда. И мы целую кучу дров напилили у Никиты на усадьбе его. Да, там дрова. Пришла Нина Васильевна, сестра моей жены, Надежда Васильевна, и тоже попилила. Вот это у нас событие. Ну, на уборке гляжу, что-то комбайн ходит, но возит или нет. У Игоря Барабаша затруднение. Господь благословляет нас, и в этом мы видим милость Божия, долготерпение. Остается у нас фактически 10 дней. Через 10 дней, если Господу Богу угодно будет жив и здоровы будем, мы должны вернуться в Барнаул. Никиту, видимо, оставим пасти. Вот 6 часов, Татьяна Капустина проверяет меня. Батюшка где-то паломничает по стране, поехал по монастырям. Вот такое дело. Богу нашему слава. Никаких других таких особых событий у нас, ну, не было.
Вот считаем это тоже событие. Утром как выходим, и до самого вечера, Володя, в саже, весь грязный, руки помыть нечем, тут же глина лежит, он глиной раз натер руки, и тут же вымыл, и глина все смывает. Видите, мы показываем, как это делается. А для чего такое делаете? Показать, как можно жить в деревне, как можно верующим обходиться без матерков, жить дружно. Это мы просто маленькая такая ячейка наша, мы трое остались. Ну, лагерная обслуга, как бы, бывшая, в лагере-то нету больше. И когда-то люди будут на это смотреть, как жили, как в деревне обходились. Вот мы собирали тыквы, больше половины я уже тут раздал, здесь. Часть туда придется привезти, уже в Барнауле раздают. Мы же не продаем ничего. И картошки тоже там попросили, и в Барнауле уже остается. Здесь уже дали. Мы работаем для Господа Бога. Мы ни копейки нигде не имеем. Вот только что Никита пасет, вчера получил, говорит, расчет. Вот какой там расчет, я ничего не спрашиваю. И Богу нашему слава во веки веков. Аминь.